Доброе утречко. В общем, у меня всегда все по стандарту. Кофе выкипело. Кирюшенька утречком пришла довольно счастливая. Знаете, что она не успела вчера сделать? Уроки. Вернее, не успела, но забыла, не знала. В общем, я не знаю, каким образом у нее там осталось. Вернее, не написано. Да, логика. И что там еще? Основа здоровья. В общем, Диппер, я тебе открыла на тех страницах, на которых нужно. Что? Уроки я буду делать в школе. Ну ладно, а что ты сейчас будешь делать? Я лично сейчас тебе буду делать завтрак. Я вот сейчас вот так ребят поставлю. И буду тебе завтрак делать. Какой ты хочешь? Я тебе решила сделать с этим. С нутеллой, смотри. Спасибо. А я сейчас буду делать обручку на выступление. А тебе сегодня разве нужно? Я не знаю, мне никто не отвечает. Ой... Слушай, у тебя есть зеленый скотч? Нет. Окей, где твои вот эти вот фигнюшечки для подделок? У тебя там есть зеленая пушистая промывка? Нет. Нету зеленой? Тогда давай сейчас быстро покрасим. Неси. Сейчас мы сейчас все быстро сделаем. Обычно обруч покрасить, да? Нет, мы сейчас про руку покрасим. Сейчас я все придумаю. У Киры сегодня должно быть выступление, насколько помните. Она там должна песню про драконов петь. Но она не знает, у нее сегодня выступление или не сегодня у нее выступление. В общем, у нас сегодня 2 мая. Идти в школу, а мы ничего не знаем. Представляете, как бывает? Вы где-то теряетесь с утра. Или это я глаза еще не прочистила? Так, чай готов, Кирюшка. Вот, поэтому нам сейчас нужно сделать зеленый обруч. И будем петь песню про дракона. Dragon school, dragon school. Ну что? А как по-другому? И найти нужно... Что нужно найти? Найти нужно какую-то зеленую штучку, чтобы сделать зеленый обруч. Что у меня на голове? О, боже мой. Ну, я сегодня спала очень классно. А ты как сегодня спала? Да не зевай. Плохо. Плохо? Но я замерзла. На улице реально бяка. Посмотрите. Бяка. Мама, просто ты долго будешь бяка. Стоять? А ты что будешь... мне делать? Маня, делай мне кушать. Ах, нормально, встала да сделала. Делай мне кушать. Ну. А я пошла за обручем. За обручем? Ты найди лучше прикольную эту. Боже, все знаешь. Чтоб ты знала так, как уроки когда делать. И сразу раз такая их и сделала. А то я знаю. И ничего, оказывается, и не знаю. Тебе хватит 2 бутерброда? Окей. Окей. Теперь надо все намазать нутеллой. А теперь надо все намазать нутеллой. Так, как-то раз так. Поставить нужно. И, ну что? Я предлагаю на вот этот обруч взять зеленые палочки и вот так приклеить. А что, у тебя вообще нету ничего зеленого? Ни скотча? Нет. Мне кажется, что-то должно быть. Да. Надо, чтобы масло чуть-чуть подтаяло. Сейчас будем, короче. Чего я его в холодильник вообще ставлю? Да? Птичка, зачем я ставлю его в холодильник? Чтобы потом мне было сложнее его намазать. Маша, Маша. Маша, Маша, растеряша. Да-да-да, птичка. Маша, Маша, растеряша. Сейчас надо идти помогать Кирюшке искать что-то зеленое. Да.
зеленые палочки я вот сюда приклею. А как ты палочки приклеишь? Они же не сгибаются. Ну что, зачем, чтобы они не сгибались? То есть они просто будут вот такие? Да. Ну ладно, давай. А пистолет? Пистолет готов, Кирюшка есть. И вот мы сейчас будем химичить. У нас будут вот такие вот рожки, да? Рожки, рожки, рожки. И по обручу будут зелененькие пумпушечки. Я еще Кирюшке предлагаю вот эту вот огромную пумпушечку разрезать. Сделать тоже маленькие, чтобы побольше было. В общем, пока не ведется. Кстати, а можно... Вот так вот надо как-то вот так. Можно две пумпушечки. А потом вот так, смотри, дочь, и вот таким вот образом. Во. Ну, можно... А куда клеить рожки? Рожки вот сюда. А я предлагаю... Вот так. О! А я предлагаю не просто так, а вот эти... Вот здесь немножко красное будет. Я предлагаю вот этим вот так закрыть. Вот это сюда. Ага. Тогда точно надо разрезать. И большую просто сюда. Не надо ее разрезать, просто сюда. Так надо две тогда. Ну, она просто очень большая. Она совсем большая, посмотри. Мы сейчас ее чуть-чуть уменьшим. Окей, уменьшаю. Давай. Можно красненькую, не знаю, а можно беленькую. А обязательно должно все быть зеленое? Мне кажется, у динозавра же не только все зеленое. Не обязательно, но все зеленое. Давай сделаем беленькие, закроем красное беленьким. А ну достань беленькие. Или вот эти маленькие. Вот, смотри, вот такая. И там должна быть такая же. Не, надо поменьше, да. Мне кажется. Надо, чтобы с двух сторон было, да. Угу. И с двух сторон. Вот. Раз. Круто и будет. И вторая будет обычная, не блестящая. А вторая будет... Нет, а вторая будет со второй стороны. А теперь дай мне еще одну и обычную. Блестящую и обычную сделаем. Но точно так же здесь. Она будет не такая. Она будет очень маленькая вот такая. А побольше нету чуть-чуть? Нет. А вот смотри, вот это маленькая, маленькая. Ну тогда давай, значит, вот эту маленькую сюда. Здесь тоже будет маленькая. Окей. Вот так. Не оставить. Раз. Только маленькую. Все, отлично. Вот такой вот у нас получился обруч. Слушай, а мне нравится. Ты знаешь, очень даже ничего получилось. Так не видно здесь. Какой-то реально фестиваль. Получился крутой обруч. Правда, не динозаврик, а ракушки, улитки. Ой. Но все равно очень круто. Иди папе покажи. Ладно, самый день. Кира говорит, сегодня ужасный день, самый ужасный день. А я хожу, пою. После дождичка в четверг в школу мы пошли. В общем, сейчас Кирюшку будем заплетать. А еще, знаете, почему у Киры сегодня ужасный день? Кир, ты не расчесалась. Потому что у нее сегодня 6 уроков. Целых 6. И английский. Но нет, английского на курсах нет. В смысле нет? А у них выходные аж до следующей недели. Чего? Ну, не знаю, вот так вот праздники, они до сих пор празднуют. У них все праздники, они аж до 6 числа выходные, так что нам аж только во вторник. Ауч. Держи. А чего ты не расчесалась? Вот скажи мне, пожалуйста. Ты же ты сказала, не сильно, сильно расческа, я ей перенесла. Я не говорила так, кстати. Нет, я так не говорила. Я сказала, Кира, неси расческу с резинкой. Они, Кира, неси расческу с резинкой. Ай, ну больно. Тогда иди расчесывайся. Ты ухо мне расчесывай. Расчешись, пожалуйста, самостоятельно, и я тогда буду тебе заплетать. Потому что у меня по-другому не получится. Ну вот не умею я расчесывать твои волосы шикарные. Что, птичка, ты хочешь вылететь? Я бы тебя выпустила, но у Киры белая кофта. Если ты сейчас ее обкекаешь, будет тут не очень приятно. Поэтому мы заплетаемся. Все, прическа Кирюшкина готова. Посмотри на меня. Быстро! Мы опаздываем.